Артем, Артем, возьми чучело, поставь еще одно здесь. Все, пошли. Что-что? Какой? Самый хороший, да? Валерий? Что ты хочешь? Что? Твой мобильный. Это? Сними лобу, бери пойди. Айву Криозе. Пошли. Так, кто будет баловаться, чтоб потом не обижался. 3 минуты. Особенно, когда возвращаемся. Виталик, качаться, иди. Отлично, Алеша. Так, Виталик, пожалуйста. Пошли, 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 пошли. Четко, красиво, кувырочек. Умница. Еще раз говорю, Артем, когда возвращаешься, будьте внимательны. Соперник чуть право может прыгать, влево. Пошли. Обязательно партнер должен мне румяна спускать. Вот так, умница. Коленки не забывайте, шире плеч. Коленки шире, кисто. Ажи, 2 минуты.
на... Вы стойте. Подожди. Я вот это уже. Подожди, подожди, сейчас. Так, вот она у нас, вы идите туда. Пожалуйста. И ушли все. Девочки, вы прыгаете или нет? Да. Прыгаете, уходите. Нет, ушли сразу. Теперь мы моя кожа. Так, умница. О, класс, молодец. Отлично, супер. Так, сейчас прыгайте по двум разу. Потом мы ставим еще одну чучело. И я слышу, кто остается, кто нет. По одному разу. Длину прыгает на невысоту. Самое. Стоп. Спасибо.
Я сам, я тебя попрошу. Возьми, пожалуйста, Алешу. Виталий. Пусть они возьмут два чучела. 50 бросков вправо, 50 влево. Спасибо. Да. Сюда. А где? Можно туда, я могу там открыть. Могу здесь без жопы поделать. Есть будет кого-то. Бери. Внимание сюда, шею разогрели, уши разогрели. Японки, когда подавляют парка, борется девушка из Японии. Все, всем остальным кранты, девочка. Да. Жалко, что у меня, если меня вот не забыть, попросите перестать, чтобы можно было там поставить, чтобы вы просто посидели, посмотрели. Какая это борьба? Что это за борьба? Я посмотрел, дети мои, слушайте внимательно. Вот есть зал, где разрешают пить воду холодную. Объясняю вам, когда вы разогрелись, зима, вы пошли, вода холодная, человек быстро простывает. Раз простыл, это первое. Второе, когда ты борешься, я понимаю, иногда там помню, горло промочить, но надо теплой водой, еще чуть-чуть. А вообще, я вот сколько лет тренировался, 13 лет, я мастер спорта по дзюдо, по самбо. Я ушел, я чемпион республики по юношам, по самбо, по юношам, по молодежи, по взрослым. Я чемпион республики по юношам, по молодежи, по взрослым, по дзюдо. Я знаю только одно. Я пришел играть в футбол, мы играли в футбол, и решил в перерыве выпить воды. Мне друг сказал: Сережа, не пей, играть не будешь. Что ты? Буду! Выпил два стакана, все, я больше не играл. Нельзя пить во время тренировки. Вы просто привыкнете с этим, и все будет нормально. Значит, еще раз. При болевых поступках никаких резких движений. Это первое. Второе. Не души. Иди сюда, Пастухов. Если я задушу, не волнуй. Не обижайся. Иди сюда. Еще раз. Душить обязательно только с отворота. Так можно душить. Но нужно это правильно делать. Вы так возьмете, сели на колени, раз и поломаете. Пожалуйста, одна рука держит руку, вторая сюда. И все. И никаких проблем не будет в шее. Ногами можно тоже душить, но видите как, вот руки, ноги, вот развернись. Я вот даже могу от удержания, делаю удержание, когда он руку переносит, я могу сюда вот поставить, вот, оп, и душить, вот это тоже душающе, но с рукой. Все, внимание, через минуту. Джек! Ага, боремся. И на ковер, переворачивай, переворачивай, забегай, переворачивай. Сюда забегай, два. Вот, делай дышание. Молодец. Оливия, Мате. Смотри, пожалуйста. Яна, подойди сюда, пожалуйста. Значит, посмотри, вот сюда ты будешь. Вот, видишь? Вот еще сверху падает. Это будет. Что можно делать? Видишь, можно нырять. Это на коленях. Это папа. Можно сделать еще, можно пишешь, вот вперед, вот, и не давать делать. Давай, я тебя беру за шею. Как ты будешь защищать? Так, это только пар. Еще сюда будешь. Так. Хорошо. Оп. Не держи так, потому что я писать тебя буду за шею. Смотри, просто голову достану. Правильно?
такое? А ну прячься! Ноги не крести, а держи вот здесь. Ты крестишь ноги, она поворачивается. Вот ты скрестила ноги, а она поворачивается. Ты ж держи вот здесь у нее. Теперь? Да. Дайте мне тот белый. Значит так, Пастухов, держишь его в удержании, делаешь, а ты будешь уходить, ложись на спину. Эйфа точно. Андрей, ты будешь реально делать удержание, ты делаешь наше удержание. Андрей! Ты делаешь наше удержание. Богдан делает наше удержание. Ты делаешь пение. Ты делаешь Габи удержание. Ты делаешь Пастухову удержание. Приходи, Ашня. Итак, приготовились. Один держит, другой уходит. 20 секунд. Я считаю слух. Внимание. Уйти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Матвей, не двигаться! Не двигаться! Так, Пастухов ушел. Я ушла. Сели на колени. Вика! Ушел! Она не хочет! Ты что, его удержать не можешь? Да. Почему ты отпустила? Я не знаю! Да, я сделала. Молчи! Как ты так? Ты можешь его удержать ему сделать? Ты что, моя дорогая? Ты смеяться над ним должна. Иди сюда, поскольку, блин, ты наш. Правильно? Раду сюда. Я показываю, как нужно уходить. Это вы еще минуту уходитесь, потом опять лежите. Посмотрите внимательно. Если вот разворачиваемся.
Внимание. Если он делает удержание вот рукой, то у него лицо свободное. Значит, я двумя руками за прическу не имею права, за уши, за лицо, вот за подбородок. Видите? Подбородок. Раз, раз. Одной ногой я стою. Нет, двумя, одной. И ухожу на него, делаю удержание. Если же он делает, видите, рука моя опять свободная. Значит, здесь то же самое. Упираясь в голову, стараюсь достать ногой. Первое. Мат ногами. Убираю ножки, сажусь. И еще одно. Здесь, когда рука сверху, руку переношу через голову и просто двигаюсь. Он ложится. Я сажусь и делаю остейпоми прямо на одну руку. Дальше. Если держу за туловище, ногу сними, вот, я имею возможность достать ногу и скрестить ноги. Раз, два, здесь у меня два варианта. Но начинаю только с первого. То есть я стараюсь, если я ноги поставил, я никогда не уйду. Здесь все нужно сделать, смотрите, видите движение, ногами. Здесь нужно, он меня держит, в эту сторону мне тяжело перевернуть, потому что туда я толкну. Разворачиваюсь, ближе чуть лучше немножко, вот сюда, видите, морда его, вот сюда, вот вы должны. Держи лучше. Вот его толкаешь, сюда толкаешь. И перешел в другую сторону. Сюда толкаешь, сюда перехожу. Есть такой тут вариант, мой хороший. Руки, если не здесь держат, вам тяжело перевернуть. Здесь хорошие ребра. А если вот здесь ниже, вот отсюда, здесь вот очень нехорошо. Понятно. Теперь, если вдруг я отсюда достаю ногой, оп, что должен делать? Убить. С одной ногой снимать. Нет. Марки. Смотрите, я делаю движение, он достает ногу и сюда, и пусть пукает. Вот так, все, туда его, ногу и говорит. Приготовляем резко. Сейчас просто, борется, спаживаем. Держать, я так буду сюда выйти сразу по любой стороне. Это какой закон? Минута. Так, стоп, мате. Стоп, девочки, мате. Девочки, мате. Ваня, подвиньте сюда. Боремся. Главное шею. Зайти надо назад, зайти назад сесть, зайти забежать. Забежать сесть сверху и добежать, доехать до канадской границы. Держи руку головой, держи. Держи, держи, держи. Держи головой, головой, держи. Эй-яй-яй, Диана, назад, назад. Назад, 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 назад. Не надо ложись на живот, Диана будет в нашем мире. Держи головой руку, ложись на живот. Иди. Вот, вот сюда. Бери руку с головой быстро, не надо держать. Отпусти. Вот сюда и ушла. Эй, ушла. Смотрим. Вторая минута. Взяли на удержание. Я ее теперь? Нет. Рассказываю хитрости, мои дорогие. Нет, не рассказываю. Кто у нас хорошо делает удержание? Иди сюда. Иди сюда, поступал. Посмотрите внимательно. Я говорю, дай по ногу держать. Вот если он так взял, то мне очень тяжело будет уходить. Чуть-чуть отпустить. Посмотрите внимательно. Вы сказали, то есть я говорю, Сергей Анатольевич говорит,
Берите удержание, четыре удержания. Давай, берите. Посмотрите, что я делаю. Первое, что я не даю голову взять. Я голову прижал тотально. Иди в сторону. Иди сюда, Веня. Я? Да. Веня большой. Ушел. Пускай, что он парень. Посмотрите, что. Смотрите, что я делаю. Первое. Если я дал руку, очень тяжело уходить. Я руку прижимаю тотально. И если я дам шею ему, мне тяжело будет. Я шею прижимаю, голову сюда. Так, Вика, команда, скажи. Веня, бери удержание. Бери удержание. Вот, 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 да, вот он берет. Вот, вот, вот теперь я жду команды отжима. Отжима. Все, я уже ушел. Да. То есть здесь главное не дать шею. В самом начале. Вы вот так вот даете шею, то вам вытягивает. Ааа, правильно. Прижмите голову, руку сюда, прижмите руки сюда. Вы же лежите? Что ж? Спасибо. Вы же лежите? Приготовились? Я пошла. Те же самые держи. Я же сам. Так же, да, приготовились? А кто? Вы тебе делали удержание? Ложись, она делает тебе. Я делаю. Пошли вокруг ковра. Вика, рассказываю. Вика, во время... Нет, Вика, во время... Вика! Все, готовь. Ваш прием неэффективен. Неэффективен. Шея слабая. Потому что толстая шея. В чем здесь толстая? Иди сюда. В чем здесь толстая? Я тебе рассказываю, где ты вот вытягиваешься, наоборот, плечи подними, плечи подними, и все, и посмотри наверх, а ты смотришь, что? Она, как она говорит, да, она говорит, так ёп, а, она лечит, зашли, и все. Хорошо, ушли сели, быстренько, ушли сели, быстренько. Быстрее сели, быстрее! Значит, я не знаю, кто с... Девочки, я не знаю, мальчики, кто с кем будет сейчас отрабатывать, не по барабану. Значит, еще раз, бросок через спину ускоряем. Посмотрите, ноги, поставьте ножку вперед. Девочки, ножку вперед поставьте. Теперь смотрите, видите красную линию? Блин. Красная линия. Я должен сесть и колено на красную линию. Ставим дальше колено. Присаживаем. Вот. Колено. Вот это колено без тела. Если на это колено, я упаду. На это колено. Раз. Два. Затем тащу своего партнера вперед. Он идет вперед, начинает падать. Чтобы он не ударился головой, я встаю, подбиваю ноги ему и его подседаю. Значит, еще раз, посмотрите внимательно. Некоторые что делают? Некоторые уберут вот эту ногу, ставят. А эта нога остается, когда они хотят бросить, она мешает. Больно. Иди вставай. Вообще не мешает. Встань так.
Еще раз. Вот сюда. Вот сюда. Вот это не может. Еще раз. Посмотрите. Нога, которая впереди, она не должна становиться на колени. Отсюда мы должны перейти раз, два. Для начала кто-то на месте будет делать. Вот Артем и Вика, они делают очень хорошо, а они уже идут и отсюда становятся на колени. Еще раз напоминаю ноги. Валерия, встань, пожалуйста. Сядь туда. Значит, еще раз. Поставьте ножку вперед. Раз. Первое. Я за руки ничего не говорю. Дальше. Нога, которая дальняя, идет на колено. Раз. Вторая нога идет на колено, и вы должны присесть. Вот в этом положении чуть-чуть нужно потянуть и потом встать. Руки. Венечка, иди сюда. Руки. Значит, бросок через спину с колен, там может быть какой? Захват. Там может быть односторонний. Да. Там может быть односторонний захват. Но сейчас-то партнер зашел сюда сверху. Раз, два, три. Судья прочитал. Раз, два, три. Останавливает шито. Нет броска. Так и здесь. Взяли односторонний захват. 3 секунды. Но во время отработки легче всего начинать с этого захвата. Поднимаете локоть, вот нога впереди, делаете движение. Раз, два. Раз, два. Раз. Теперь нога идет. Два, три. Дальше таз. Присесть и чуть-чуть встать. Видите? Оп. А потом он сам делает кувырочек. Да. Теперь. Второй захват. Отсюда. Давайте сделаем так. Самый легкий захват. Вот этот. Чуть-чуть потяжелее. Вот этот захват. Немножечко. Потяжелее. Еще тяжелее. Вот этот захват. Чаще всего, когда вы отсюда делаете руку сюда, вы садитесь, не разворачивайтесь, садитесь на колени, и веки падают или плечом, или головой. Вспомни, как ты здесь упала. Сейчас. И есть еще один захват. Когда вот так здесь, да. Соперник вот отсюда делает через спину с колен, я бы, например, запретил этот прием. Почему? Потому что, когда он падает и держит за руки, сопернику некуда падать, она и рука ломается, и головой чаще ударяется. Не очень мне это нравится, но не запрещу, чтобы вы просто знали. Есть девочки, которые вот отсюда делают, и мальчики делают отсюда, просто отсюда с колен, чуть-чуть, я не знаю. У меня был требовец из 4 республики, поставил процедур. И он пару раз сделал, я думал, что он убьет моих. Но он уже взрослый. И я ему запретил, я ему сказал, только в стойке. А когда ты делаешь в стойке этот бросок, отсюда делаешь, хоп, отсюда, оп, броски, то противник успевает перевернуться и упасть на сцену. И туда есть акцент. А так он головой спекается. Смысл делать? Да. Не надо удержать. Еще раз. Посмотрите внимательно. Нога впереди, вот рука. Поднимите, вот оно движение. Раз, два. Раз, два. Видите, как движение идет? А потом вы садитесь. Это самый фиговый вариант. Самый лучший вариант это делает Вика и Артем. Они отсюда берут. Во-первых, за это наказывается? Наказывается. А за это не наказывается. Во-вторых, они что делают? Они выводят. Они несут до себя. Если вы вспомните Диану, то она придет с вами побороться. И пацаны, Миша, Веня, она когда начинает готовить, она начинает по ноге просто так бить. Бам-бам-бам! Она вот бьет через спину стоит. До свидания, лайн-дэй. Значит, раз, вот, эти движения. Вот, за это не наказывается. Это очень хороший захват. Я хоть Вику отвечал, но вот сейчас я смотрю, мне кажется, у нее захват самый идеальный получается. Она отсюда работает. А Вика, когда делает, то я головой в маты, как ты? Почти. Падай на спину. Вика, да, падай на спину. Ну, во-первых, при вот этом броске, что скажешь, как ты защищаешься? Вот она главная рука, возьми меня за лоб. Опусти меня. И когда вот опустили человека, я ничего сделать не могу. Вот и все. Так не держи.
Держи лоб. Я потом взял, да, вот отсюда. Держи отсюда не лоб. Я тебе этого что не надо? Не отжиматься 10 раз еле-еле. Нет. А 100 раз хлопок. Вика, просто как я делаю, это надо, если это лоб надо, делайте. А, да. Да. Она садится немножко низко на колени. Вика. Вика, ты должна нам, Вика, ты должна научиться делать кувырок отсюда. Значит, эти японские девчонки и те, кто хорошо очень, французские очень, они становятся сюда, залезают, а потом, вот посмотри, да, видишь он? И отсюда идет бросок на столе. А они делают кидр, они делают так. Раз, два. И я просто не разминался. Вот так ставят. И отсюда выходят вперед и. Прямо с колен поднимается с партнершей падает. И вперед. Да. Потому что если так ножки ставишь, то ты встать не можешь. А если ты поставишь вот так хотя бы одну ногу, у тебя есть чем оттолкнуться, они отталкиваются, встают и бросают. Это разрешает тебя? Ты не падаешь на нее? Ты в парке? Через минус ты потом встаешь. И все равно ты же продолжаешь прием, только начинаешь вставать. Все, первый номер. Через минус колени. Пожалуйста. Павел Крязов. Первый номер 2 минуты, потом борьба, 2 минуты опять через минус колени. Время пошло. Вика, Вилкович. Вика, Вилкович, быстро. Быстро ко мне. Быстро ко мне. На репинге. Мальчик в голове.
Я вот ту пару. Саша, где ты? Богдан! Богдан, где ты? Кто сюда? Сашенька. Саша, ты идешь сюда. Правда? Идешь к Алине. Алина. Туда кидают. Ваня, Богдан, пара и Вика кидают сюда, Веня кидает в ту сторону. Все понятно? Поменяли сторону. А я все равно меняем. Ну куда ты кидаешь? Туда кидаешь. Чтобы я на голову кидаешь, потому что ноги шире, голову наклони, присядь, Писюня. Присядь, он ниже, ты приседаешь. Сторону отдай! Ножки наоборот. Садится на пятки и уходит печально. Самое главное, раньше голову убить. Вот смотри, ты ударила спиной. Боком. Если головой, очень больно. Боком. А здесь смотри, это получается, она стоит, сидишь, она чуть-чуть кидает. Саша, на какой ноге нужно? Находить. Да, точнее, что же упал. А то он может удариться. Хорошо, да. Саша, присядь и встань. Пожалуйста, Вика. Перевернуть и сделать удержание болевой удушающей.
защищается. А сюда. Я на тебе, чтобы головой не ударили. Души. Стой, стой. Зачем? Зачем? Держи, держи. Держи. Посмотри, она лежит. Да. Держи. Посмотри, она лежит. Держи. Вика, Мате, Сережа, Вика, Мате, Вика, Мате, 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 Ногу.
Богдан, ноги шире. Что ты ноги? Ноги шире. Как ты стоишь? Ноги. Видно ножки? Работаем, работаем. Потом поборемся за тем на чемпиона. Посмотрим, кто лучше все делает через тем скорее. Приготовили второй номер. Минута. Пожалуйста. Я дала вторую порцию ножек.
Идите. Ваша пара. Шесть, Миша, ты что? Поменяли. Шесть. Прошел группу. Чинч. Не прошел, Сашуля. Да. Не довернулся. Прошу. Прошу, пожалуйста. Дана и Артем. Посмотрим. Есть шанса. Даже шанса. Молодец, Артем. Шахты, молодцы, супермены, садитесь сюда. Богдан, не сиди, что я могу туда. А куда? Есть, супер, 10, Миша. Хуже, 8, но супермен, ушли. Так, стоп, стоп. Чуть-чуть сюда подвиньтесь, немножко. Садитесь, вы супермены. Так. Не завернулась, да? Габи ее спасла, да? Габи ее спасла. Шесть. Двенадцать. Нет, 11, потому что она... Нет, она 12. А Раду 11. Супер, пожалуйста. Хорошо, Чинч. Молодец. Чинч. Присаживайтесь. Значит так. Да, все, кто получил 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, выходят и сейчас на супер-супермена 8 и выше. Приготовились. Итак, Ваня уже не может участвовать, а участвует Попов. Пожалуйста, Попов может пройти или нет? Шапка. Да, пожалуйста, вы вдвоем. 10. Вика. 1. Ну хорошо, давайте вы тогда вдвоем. Да, ты Саша делаешь. Да. Мария, подожди одну секундочку. Саша делает. Я. Нет, он прошел, а тебе не удалось. Семь. Не смогли пройти, присаживайтесь. Прошу аккуратненько голову. Десять. Посмотрите, Алия, аж забыла выдохнуть. Молодец, умница. А теперь ты попробуй восьмерочку. Попробуй, получится, не получится. Все равно голова не твоя, папа. Шапка. Молодец, умница. Садитесь. Раду прошел. Прошу вас. А ну, Дана, покажи. Класс. Семь. Хорошо, молодец. А ну, Артем. Семерочка. Ну, спеши голову. Семь. Прошу вас сюда. Молодцы. Дети. Девять. Прошли. Вы можете присесть. Семь. Не забора... Ты никто не остановишься. Ты вот у нас сидит стас, Миша. Стасу надо перекрывать это колено. Сейчас, подожди. Сейчас. Пожалуйста. Немножко другой захват, да. 10 есть, не могу. Итак, кто получил 8, 9, 10 выше? Да, Семёна. А, Вика, Габи, ты просто сидишь, потом будешь делать. Так, Сашенька, пойди, пожалуйста. Сейчас он будет делать встречу.
слышим. И просто, чтобы Оливия дыхание восстановила. Просто сделаем пару раз аккуратно, чтобы он знал. Итак, сейчас у нас, еще разочек, осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Итак, супер, 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 Галь! Не проходит. Итак, Раду. Давай, Раду. 9. Артем. 10. Веня. 10. Артем. Делал Вика. Так, Миша. 9. 10. Итак, вышли кто, все, кто получил 10. Олег, быстрее! Так. Итак, у нас осталось 4. И Миша тоже может стать, он тоже хорошо. Итак, вот эти 5 человек самые супермены. Я уже не могу дальше судить. Если только закончит Диана, вас будет судить. Я уже не буду судить. Потому что вы так классно делаете. Я так в жизни никогда не делал. Прием через спину стоял. Все, построили. Я так никогда в жизни не делал. Вот кто умеет делать. А я могу другие приемы делать. Я могу подхват, подсечечку. Кто-то у меня в подсечечке падал. Я такие вонючковые, вонючковые приемы. Хочешь наступить? Я раз ножку брал, бум, упал. Ой, спотыкнулся. Все, Алия. Дэн, хочу поздравить победителей. Поступок. Молодец. Веня. Супер. Мишка, молодец, умница. Рада тоже молодец. Мне понравилось. Умница. Молодец. Это что? Все, Оленя. Дым.